Всем привет, друзья, с вами Малдер, и мы сегодня продолжим играть в Ведьмака 3. Ну что, погнали за сокровищами. Школа Грифона. Посмотрим. Я когда был... Посмотрим, что нам тут дадут. Тут вроде не кузнеца, а ни хера нету в этом поселении, да? Есть только корчма на распутье. Хотя это поселение называется корчма на распутье, блядь. Сколько, блядь? 1500 метров? Ёб твою мать. Пойдем пешком. Потому что там что-то интересное есть. А почему вот эту херню не показывают? Подожди, там какое-то здоровенное, блядь, поселение. А, я не туда пошел, потому что, блядь. Так. Мне надо по другой дороге идти. Или по той. Я куда иду-то, блядь, хоть? А, он мне указывает сюда. Так может, блядь, сюда сначала сходить, раз я сюда-то уж портанулся. Я что-то тут... Ну, тут всего 400 метров, блядь. 400 метров. Так, он тут валяется дохлый. А, это не дохлый. Это собаки, блядь, одичавшие. И вот там еще бегут, по-моему, да? Они первоуровневые, блин. Собачье сало. Но мясо с них все равно возьмем. Мясо-то какая разница, хоть первый уровень, хоть, блядь, не первый. Баба мертвая. Подожди, мне померещилось? Нет, ей руку, он кости, блядь. Руку съели, блядь. Так, а что здесь только... Опа-на. Тут то ли лесорубы, то ли кто ли, блядь, хер пойми. А на то... На другую точку-то тоже портанемся, блядь, хуль тут. Ходить, что ли, блядь? Так, кто-то вон там есть. Ну и похуй, путь ходит. Нам-то чего, блядь? Нам-то хули, блядь, правильно? Блядь, вот что за зверь, сука? Какой, блядь, упрямый, а? Я про кота, блядь, про своего. Я две серии записываю, блядь. Подряд. Вон, я в конце... Когда предыдущую серию дописал, он его впустил, блядь. Он зашел, посмотрел и вышел, блядь. Я дверь закрыл, блядь. И опять, блядь, рвется, нахуй. Ну что ты, ебаный рот, ты зашел, блядь, все, нахуй. Я не люблю его запускать, потому что он говорил уже миллион раз, блядь. Начнет, блядь, носиться тут, нахуй, на стол залезать, блядь. Нихуя себе, блядь. Отфутболило как его. Так, еще один нахер, блядь. А тут, походу, где-то их гнездо, что ли? Тут вообще какая-то, блядь, он... Это что такое? Ебать, тут что-то, блядь, интересное. Кто это такое там бегает? Водница. Так, иди-ка сюда. Как ты, сука? Водяная баба, блядь. Так, съебалась куда-то. Слушай, нихера, блядь, она, блядь. Эй! Ёбаный кашель, блядь. Так, водница сдохла. Что у нее есть? Зуб водной бабы, блядь.
В глотке, блядь, пересохло, блядь. Так. Рунный камень. Черный единорог. Гамбизон охотника за головами. Давай смотри, что тут еще есть. Гамбизон-то, блядь. Гамбизон вещь хорошая. Так, погнали. Сегодня серия про путешествия, блядь. Так. А, тут нильфгаардский отряд, что ли? На границе этого лагеря заканчивается. Все понятно. А что, они не могли, блядь, бабу водяную заебашить? Это что такое, блядь? Доспех валяется. Просто так, нахуй. Так, убери-ка, блядь. А, вон лошадь дохлая. А что за меч-то, блядь? И что за шкуру дали? Так. Или там, подожди, гамбизон. Гамбизон охотник за головами. Ну, кстати. Кстати, лучше, чем наш гамбизон тоже. А что наш делает гамбизон? Блять, наш гамбизон дохуя что делает. И здоровье прибавляет, и все. Тому прочее. Пока не будем гамбизон напяливать. Дождемся, блядь, школу кота. Школа кота. Школа слона, блядь. Это щит. Тут дорога, что ли, как бы, блядь? Или чего? Просто залезаем наверх. И похуй. Понял. Так, там лошадь, блядь, там какая-то хуйня здоровая летает, ну. А лошади что стоят? Так, ты кто такой, блядь? Это же это самое. Как её, блядь, мы такую убивали. Здесь стоит осмотреться. С Весемиром, блядь, правда, вдвоем. А где стоит осмотреться-то? Я бы осмотрелся, блядь. Там, правда, летает эта ебанина, нахуй. Какой уровень-то, блядь? Да не фонарь, блядь. Эй, блядь, как мертвому припарка, нахуй. Это хуйня, блядь, что я делаю. Блядь, ну перепрыгни ты, еб твою мать. Вилохвост, блядь. И что, блядь? А? Шкура вилохвоста. Так, а что стоит-то смотреться-то? И вот эти... Еще вниз, главное, не ёбнуться, блядь. Следы какие-то, но мне что-то не... Не работает. Опа! Есть! Лучные шапоги, блядь. Шапоги, шандалики, блядь. Нашли. А вот теперь, хуй её знает, куда идти, блядь. Надо нам телепорт найти. Но тут его нету, блядь. Опять же, блядь. Тут и дороги-то нету, если уж на то пошло. Там, может, была какая-нибудь 1000 лет назад, блядь. Да вся кончилась. И даже у нильфгаардцев дороги нету. Что самое удивительное. Вон там какие-то развалины. Так, тут. Так, там кто-то есть, блядь. Накеры, блядь. Ну тут все сгорело уж 1000 лет назад, опять же.
Я даже не знаю, что там с этими накерами-то драться, блядь, они одноуровневые, первоуровневые, в смысле. Может, платвицу позвать? Нам надо определиться, куда идем мы. Мы идем к корчме на распутье, блядь, в любом случае. Через нее. Потому что... телепорт ближайший именно там. Так. Ну-ка, нам надо метку что-то хоть поставить. Чтобы совсем не сбиться. Жаль, что там не... Ну, там, может быть, есть где-то этот телепорт, опять же. Но хуй её знает где. Что тут прошли и не нашли. Вот корчма на распутье. Я перепрыгну? Значит, обойдем. Что это было, блядь? Ты так высморкался, блядь, с таким звуком. Ну. Так, где? А в те шахты он набрал. И тут что-то, блядь, навешали. Просьба о помощи. Люди добрые. Я накормил своих голодных детей блинами из желудевой муки. 3 дня лежат. Это мы читали. Сим объявляется следующим. Есть кого дойная корова. Должен до конца недели привести ее в замок в Вроницах. Блядь, какой ты охуевший, а? Ведь просто заебал, блядь, а? Вот бывает же такое, нахуй. Предупреждение. Не распускай язык, у деревьев есть уши. Так, ищу проводника, который проведет меня с семьей на ту сторону Понтера. Нас 5, я жена и 3 детей. Меньшему 2 года, но он тихий, не кричит, солдатам не выдаст. Я не богат, но отдам все, что имею. Если нужно, еще должу или отработаю. Сделаю все, только бы выбраться из Велина. Помогите, люди добрые, радость. Так, не на нашем. От хозяина корчмы. Так, в корчме на распутье плати новиградскими кронами. Других денег не принимаем. В долг не отпускаем. На товары, еду и напитки не меняем. Если кому не нравится, пусть идет жрет желуди. Отлично, блядь. Я слыхал там... Так. Телепортик. Ну-ка. Телепортик. Тоже, блядь, на краю, сука. Край географии, блядь. Тут у нас есть 400 метров. Кстати, тут, походу, есть бронник, блядь. Да, и, по-моему, вот он. Ты богатый? Покупайте, Габриэль! Защити себя сам! Не выходи из дома без надежного самострела марки Габриэль! Коль первый выстрел твой, то слово за тобой! Ну, отлично просто. Покажи товары. Покажи товары. Чё твои кресни жат у него? Значит, что продаем ему? Это... Гамбизон охотника за головами. Да давай продадим, нахуй нужно. Вот этот тоже продадим. Кстати, у меня есть там всякая лошадиная хуйня. 40 шоры, блять. Тут вот седла есть. Сумки, точнее. Так. А трофеи он тоже покупает. Ведь у меня, блять, их... У меня-то они одинаковые есть. Или они все... Вот, кстати. Полуденницы. Полуденница. 36. Это 30, блядь. Чё? Сука, в чем разница-то, блядь? 5% опыт за смертельный удар по человеку.
5% реликвия, блядь. Реликвия. Хер знает, блядь, в чем разница, честно сказать. Не знаю. Трофей суккуба. Трофей суккуба. Все, блядь, доебался. В нору полез, блядь, свою. Ты бы хоть сказал, что ты в нору хочешь. Ебаный свет. То, блядь, вот зашел, посмотрел, вышел, блядь. Что за ебаный рот? А китон со спикерога. Со спикерога. Акитон. Ладно. Маленько выбросили брахла. Стой, 38 еще осталось. Оружие-то ты принимаешь, да ведь? Но у меня такого дешманского нету. У меня такого дешманского нет. Давай починимся. Там вроде бы. Да, что-то все равно попортилось. И пойдем. Ой. Будь здоров. Буду. Так, у него где-то есть тут стол. Есть где-то. Блять, вот не вижу где. Точилка-то где у него тут? А вот. Так, ладно. Вещи улучшены. Но мы, кстати, в этот край тоже не ходили. Вон волки, блядь, уже нападают. А все остальные съебались, да. Правильно, нахуй надо, блядь. Нахуй нужно, блядь, скажем дружно, блядь. Печень волка. Редко, кстати, попадается, по-моему, достаточно. Именно печень. Сало-то вот часто, мясо тоже частенько. А вот печенка-то, блядь, не очень. А время-то, кстати, к закату уже близится, обалдеть. Ну что тут, ничего интересного, блядь, не встретим, что хотите сказать. Вон лодки есть. Какой-то рыбачий поселок, скорее всего, ну-ка. Или тут тоже бандиты, блядь. Точно, гляди-ка, блядь. Опустевшее селение. Пират! У тебя сегодня плохой день. Джек Воробей, блядь? Не иначе, нахуй. Ой, блядь, как хорошо. Он бошки отрезает, блядь. Ну, а люди вернулись. Не говори, блядь. Сучие пираты, блядь. Иногда так повезет, что лучше пешком пройти. Тут есть еще один продаван, блядь. Ну, сука. Наверное, мы у него опять же что-то брали. Это тот же, что ли? Ну чего? Нет, другой, гляди-ка. Блядь, этого мы еще не видели. Покажи, что у тебя на складе. Так, что у тебя на складе? Рубахи, штаны, блядь. Ну, нихера у него на складе так-то нету, блядь. Хлам. Обычный. А, тут мы набрали сейчас, блядь, всякого говна, блядь, опять. Так. Всякого говнеца. Но мы ему сейчас продадим другое говнецо. А, блядь, продавать-то нечего. У меня мусора-то нету, блядь. Хотя он его не покупает, гляди-ка, блядь. Ему фиал не нужен, блин. Вот ингредиенты хочет покупать.
Оружие берет, кстати. Это что за говно? Смола. Смола, это что? Укрепленное дерево по 22, да? И укрепленное дерево нужно для доспехов, вроде бы. Так, мощь игни, чертеж. Аксий. Пергамент. Сколько стоит-то? 8. Это цена хорошая, блядь. За 8-то, блядь. Так, 58, 72. Ну, все, че. Подожди, давай продадим это говно все нахуй. Дешманское, блядь. Все. А Котовское продавать, конечно же, не будем. И это дорогое не будем, потому что впарим кому-нибудь другому. Прощай. Плыть придется. Лодочки тут нету никакой. Так, мужик валяется. Цветы. Никто там под водой не плавает, сейчас за яйца кто-нибудь, блядь, ухватит на. Контрабанды тоже не видно. Ну ладно. Все, тут, блядь, все что ли? Такой рельеф, блядь. Интересно. По-любому тут, блядь, какая-то хуйня еще летает, может быть, ползает, ходит. Лагерь бандитов, блядь, отлично, нахуй. Пираты, блядь. Вот это я люблю! По зенкам его, сукина сына! Куча его, ребята! Главарь пиратов. Блин, не попал. Где этот хуило стреляет? Вот он. Твою мать! За работу! Не бойся! Так, тихо, давайте вот эту хуйню пизданусь. Ничего не будет, что ли? Спустим. Она взрывается, вот эта херня вообще? Нихуя не взрывается. Так, говно бесполезное. Стрела просто в воздухе вот летит, летит на. Да, как матрица, блять. Так, что это такое тут? Записки пиратского главаря. Что может быть лучше войны? Реданцы с нельфгаардцами друг другу в горло вцепились, а на нас никто внимания не обращает. Можно грабить, тащить, убивать, покуда не надоест. Так ведь это не скоро настанет. Я обычно не пристаю к берегам в людных местах, но в этот раз у нас не было выбора. После последнего шторма лодка начала черпать воду. Надо было ее вытащить на берег и починить. Мы вышли на берег, готовые к бою, а никто и не попробовал нас прогнать. Правда, то и дело, доходят до нас смельчаки от какого-то барона, но от них нам больших хлопот не бывает. Потому как нам особо спешить некуда, я решил вместо того, чтобы латать старую калошу, выправить нам новую лодочку. А что? Надо пользоваться этой заварухой, покуда можно. Говорят, тут где-то рядом есть небольшая корабельная верфь. Нам подойдет в самый раз. А пока мы ждем новый корабль. Пошлю людей, чтобы поискали знаменитый клад королевы Зулейки. Если там есть хоть десятая часть того, что я слышал, то мы все будем богачами. Во всяком случае, я. Так. А что это за знак, блядь, такой? Шор для скачек. Это есть, блядь.
Сокровища? Сейчас мы посмотрим, что там за шоры такие, блядь. Наверное, козырные. Шоры-то для скачек. Сейчас глянем. Опять говна набрал, блядь, какого-то нахуй. 40. А у меня какие-то хуильные. У меня 20, блядь. Так, плотвицу прокачиваем потихоньку, блядь. И седло, и трофей. И сумки, блядь. Все у нас есть уже. Так. Что? Про какие он там говорил? Сокровища-то. Интересно мне знать. Зулейка. Так, ингредиент соберу. Зулейка, да? Бля, а нихера себе, там у них клад, блядь, есть. В воде болтается. Так, сейчас, подожди. Зулейка, зулейкой, блядь. А контрабанда по расписанию, блядь. Вон там, блядь, глубоко. Кстати, там что-то есть, что ли? А, нет. Это портки отсвечивают. Блядь, нихера их на самое дно, блядь. Так, не знаю, что там взял. Проходчик. Кираса, блядь, нихуя себе. Здесь, о, какие мечи-то, блядь, хорошие, наверное. А, что такое там лежит? А, это какой-то цветок. Крушина, крушина, вонючая, которая. Так, сейчас будем смотреть. Меч по-любому какой-то крутой, блядь, должен быть. Давай глядеть, что там дали. Что-то нихуя, блядь. Так, серебряный. И металл. Вот это, а, смотри, как бы черный единорог плюс 5. Стальное, да? А у меня? У меня тут знаков, блядь, уже натыкано. 122, 150. Мощь арда, блин. Я пока с этим, наверное, побегаю. А что тут? Шкуры какие? Вот это уже, блядь, сколько, блядь? Здоровье плюс 549. 549 здоровья. Не, ну, понятно, что мы сейчас его наденем, блядь. Так. Обалдеть просто. Это что такое? Мощь Игни плюс 5. Мощь Квена. Арт. Ирден, блять. Игни. Акси. Давай Игни сделаем, что ли. А, на варежке можно, кстати, поставить еще. Арда, давай ебанем. Так. Не зря зашли. Зря сходили. Так, это бочка, подожди, она взрывается, блядь. Куда идти-то нам надо? Хочешь сказать, надо ее ебануть, что ли? Горит. Так, и... Ага. Вареник нашли. Здесь стоит осмотреться. Там знак был на стене просто. Так, стоит осмотреться. Сейчас осмотримся.
Не люблю эти бочки, блядь, рядом, которые стоят. Ты, блядь, не пройдешь и пизданет она, не дай бог мне. Так, стоит осмотреться. Здесь, наверное, что-нибудь. Или наверху. Наверное, вот самой башни, блядь. А, вот. Есть. А там что? А там ни хера. И телепорты здесь, опять же, вот нет никакого. Хотя телепорты только на дорогах, блядь, стоят. Это мне сейчас пиздовать надо. Хуй знает куда. Опять же, блядь, в подлесе или Дуэн Хейн. Хэн. На скеллиге. Так, доп. Задание. Кулаки и ярости. Распутываю клубок. Это не могу. Охота за сокровищами. Ну, можем вот это, конечно, еще. А, подожди, что там? Вот это, конечно, еще сделать. 2000 шагов, блядь. 2600. 1300, блядь. Хуеть, блядь. 2600. 1300, блядь. 2500. Где это, блядь, хоть находится-то? Они, блядь, охереть. По трем точкам. Новый могильник. Кстати, вот смотрите. Как раз мы были в новом могильнике. Открыли там точку, а там, оказывается, блядь, лежит эта херь, блядь. Какой-то доспех. Так, ладно, погнали мы сейчас туда. Кто там по берегу ходит? Утопцы, блядь. Сейчас просто ебашим, даже не берем всех ничего, блядь. Задергались, блядь. А че, блядь? Я же здесь. Все? Все, сука, с них даже ничего не выпало, блядь. Ну что, паскуда? Ну что, по скуда, блядь. Только вот с одного, нах, походу. Да, с одного только что-то выпало, блядь. Лагерь бандитов, блядь. Сынок, не нарывайся. Так, каннибалы, блядь. Хуеть, блядь. Так, а как мне туда к ним? Не лезь ты ему под дверь. Ну я тебе под... Попробуй со мной, хрен гнул. Так, у них что-то тут тоже есть, блядь. А, там надо было, может, разбить всю эту хуйню там. Че у них хоть есть-то? Кроны, блядь. Так, бутылка воды. А, сундук есть, нихуя себе. Сапоги палача. Сапоги следопыта. Так. А они типа просто дорогу перекопали и все. Охуительно, блядь. Перегородили, в смысле, они не перекопали, блядь. Молодцы, блядь. Там у них сапоги, не знаю, блядь, нормальные, ненормальные. Может, посмотрим? Так, минус 7. Нет, сапоги говенные. Может, какие-то тут сокровища лежат? Хотя вряд ли какие тут нахуй сокровища. Болото, блядь, безлюдное. Откуда они тут возьмутся? Сейчас тогда первым делом пойдем. Сколько у нас есть маленького времени-то, блядь? Первым делом пойдем, возьмем вот там как раз, куда мы ходили.
Так, это что такое тут? Это типа тарелка, что ли? С подношениями. Ладно. Портуемся. Новый могильник, блядь. А, ну не совсем так тут рядом, блядь. Еще пробежать надо. А я думал, прям в самом этом поселении, где привидения были. Так, ну что, суки? Мертвые, блядь. 50 метров. А дома открываются? А чё, нет? Хотя бы так. Так, прах. Ну, тут, скорее всего, давно уже никого нет. Хотя огонь горит вроде как, да? Закрыто, блядь. Ключей, наверное, нету ни у кого, да? Чё там такое? Ингредиенты. Хотя труп валяется, он свежий достаточно. Какой-то алтарь, что ли? Что это такое? Ой, зачем я загасил? Там еще летает где-то. Ну тут, наверное, не призрак живет, как мне такое ощущение, блядь. Ну-ка я сохранюсь. Промокшее письмо. Старик, читай внимательно. Наследница Каролина повесилась. Но несчастная любовь, кажется. Какой-то красавчик украл у ней невинность и растворился в воздухе. Как у ней стало брюхо пухнуть, вот и все несчастье. Ну да ладно, это не важно. Перейдем к делу. Помогал я ее к похоронам готовить. Так я тебе скажу, чего они ей только в гроб не наклали. Таких драгоценностей даже в ковере не видали. Труп аж искрился от серебра и золота, брат ты мой. Я вот что думаю. Покойные помещицы, все эти шмульки на том свете нахер не нужны. А от нас деньгами не пахнет. Пока туда-сюда, может, вынем все из этой могилы, чтобы не пропало. Я отсюда не могу двинуться. А ты человек свободный. Возьми лопату, поезжай на могильник на болотах. И копай там, где свежие цветы лежат. Потом встретимся и поделим все по справедливости. Половину тебе, половину мне. Идет Пауль. Что-то, видимо, пошло не так. Что-то, видимо, пошло не так. Блин, почему так темно, нахуй? А еще один, что ли, там призрак? Ого! Ну и вонь. Сука, я тебя, блядь, даже не заметил. Еще один там ходит. Еще там, походу, где-то ходит. Да, ого, полуденница, блядь. Ёпта, блядь. Ты, ёпта, твою налево, подожди. Ирден нужен. Верно. Сука, нам полуденница нахуй не нужна. Ну так, блядь, еще нахуй. Ну что там с Ирденом-то?
Сдохла. Так, сдохла, походу, полуденница. Давай. Заебете, блядь. Я хотел тут просто пройти, блядь, и посмотреть, что тут лежит, блядь. А что это такое вот это вот? А, это плиты, наверное, надгробные какие-нибудь, да? Там какая-то тварь здоровая ходит, блядь. Здесь стоит осмотреться. Конечно, стоит. Ну-ка. А, вот ты где. Еще сундук. Так, ремонтные сапоги народа Ольх. Мастерское седло, блядь, да ты чё, нахуй? Это что там за хуйня такая? И что за сапоги? Плюс один. Сапоги народа Ольх. Мощь Игни плюс 13. Хуя себе. Пробить до сверх 57, блядь. Правда, на этих. Так. Давай их поставим тогда. Мощь Арда. Что там у нас еще? Ирден, нахуй. Акси. Мощь Арда плюс 5. Давай Игни сделаем. Так. Почему только трофей с полуденницы мы сейчас не нашли нихера? Слушайте, а вам не интересно, кто там ходил? Ух, нихуя тут, блядь. Я, честно сказать, не заметил гору трупов-то, блядь. Мне, честно сказать, интересно, что там за здоровая такая ебанина, блядь. Гуляла бы. Это может быть туманник какой-то. Это тролль, блядь, какой-то. Гаргулья, блядь. О-о-о. Покажи, что умеешь. Значит, так посмеивалась забавно, блядь. Так, сердце горгульи. Вон там, по-моему, алтарь, блядь, вдалеке. А что ты тут хранишь? Рунный камень, эссенция, фосфор. Золотой перстень с сапфиром. Не знаю, по какой хуй нужен, но, наверное, пригодится. Это, блядь, прям тут поля кладбищенские. Вот, точно. Какой глазастый, блядь. Магия — это место силы. Во, очко умений дали.
Так, больше ничего я тут не наблюдаю. Какой ближайший-то? 2700-1500 метров. Надо тогда добежать до того телепорта. Не думал, что тут кто-то еще есть. А, это может какой этот самый развалин-то, блядь. Может какая часовня была, еще что-то. А может склеп здоровый, блядь. Тут трупы, походу, со всей округи, блядь. Приводят. И хоронят. Вот отсюда призраков-то так много. Так, давай глядеть, где там ближайшее поселение. Стародавний дуб. Стародавний дуб. Так, что за нахуй тут, блядь? Что, сука, за звуки, блядь? Так, собаки, да? Как много, блядь. Покончим с этим. Блин, оказалось прям целая куча этих, блядь, собак тут, варгов. Сколько там? 140 метров осталось. Ну давай добежим, посмотрим, что там. Время, конечно, у нас уже не осталось практически. Но любопытно. Это на вершине находится или где? Ёб твою мать, блядь, сейчас бы упал на... 40... Там пещера, что ли, какая? Чего ли, блядь? Там Миша вон ходит, блядь. Ну и что ты, блядь, посмотрел, хоть мне что-нибудь скажи. О, Мишутка занервничал, блядь. Ты что делаешь, блядь? Я не попал, что ли? Там, блядь, очень похуй, по-моему, блядь. Мишуточка, блядь. Так, медвежья сало. Здесь стоит осмотреться. Там, походу, большая пещера-то. Ну, давай в нее тогда посмотрим. Надеюсь, никаких, блядь, туманников не будет. Тут вроде она прямая, грибы только, блядь. Вон сундук. Ничего больше нету? А, лошадь, на лошади, я что-то хотел посмотреть. Мастерское седло какое-то. 35 энергии. Че, блядь? У меня энергия 50, блядь. Я думал, оно охуительное, а оно, блядь, говенное оказалось. Вот так вот бывает. Еб твою мать. А я-то думал, ну ладно, что, продать тадитку можно.
Так, время 19:16. Что тут есть поблизости? Нихуя. Только до дуба бежать, что хотите сказать. Да, тут, блядь, прохерачишь до него, блядь. А чё я не пошел вверхом-то? Хер знает. Это лес тут какой-то живой, блядь. Фангорн, блядь. Не иначе, блядь. Все что-то скрипит, блядь. Это что такое здесь? Олени бегают маленькие. Блядь, темнеет, сука. Как быстро. Хотя бы до телепорта добежать, блядь. 100 метров еще. Вороны, блядь, заорали еще. А, есть дорожка. Ладно, добежали вроде, блядь. Так, Эндриага, блядь. Эндриаги-то похую, блядь. Там кто-то так в натуре рычит, блядь, страшно, ну. Где эта хуйня, блядь? Форт Белого Орла, блядь. Что там делал, блядь? Как я, сука, успел открыть, блядь, этот форт Белого Орла, блядь. Хер его знает. Понял, блядь. Что за форт Белого... Ты серьезно? У тебя тут где-то ведьмачий доспех, блядь, мужик? А ты что не сказал-то, блядь? Здесь стоит осмотреться. В рот, ебаный, блядь. Ты дубина, блядь. Ты че, сука, ты где, блядь, его... А, вон он, наверное, вот этот, что ли? Он, наверное, сейчас, блядь, не понравится ему. Только я сохранюсь. Да не, ему похуй, блядь. Ну, я нашел все доспехи. Оксинфурт. Тут где-то недалеко, он через берег, блядь. Вон он, там где-то. Так, ну чего, давайте тогда... заканчивать, что ли. Продолжим в следующей серии искать всю эту хрень. Задание какое-нибудь возьмем поинтереснее. Посмотрим, что будет дальше. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.